Казань. До Казани, наверное, километров еще 150. А вас в Казань перенесет сейчас чудо монтажа. Вот мы и в Казани. Посмотрим, чем нас встречает Казань. Уютом. Уютом. Добрались. Мы, к сожалению, не в центре, но вид у нас, кстати, тоже ничего. У нас вид хороший. Красивый. Вот такой вот у нас вид из окна. Кайф? Кайф. Каждому клубу подъезд прекрасен просто. Казань в тренде. Идем вплавь. Так, сначала смотрим клуб, потом идем гулять. А потом идем навещать Палому местную. Да, здесь есть Палома. Здесь есть Палома, и мы в нее скоро пойдем. Но сначала нам надо посмотреть клуб. Здорово. Привет. Красные фонари. Интересненько. Опа. Красота. Цепи. Свет такой интересный. Пойдем смотреть гримерку. Ребята, в Казани. Я идем. Прикольно, вот там. Отлично. Прекрасное видовое окно. С видом на небо. Сегодня Юрец с нами. Он прекрасен. Да. Юра, здравствуй. Итак, мы бросили парней чекаться и идем навещать Палому. Палома – это важно. Палома – это вкусно. Пересеченной местности движемся. Когда город такой многоуровневый, это еще плюс 100 к уюту на самом деле. Это очень уютно, но ходить не прикольно. На велосипеде ездить вообще отстой. Да, и плюс... Что в горку тут? Кто в горку тут в горку? И плюс к объему икроножных мышц еще. Да. Питер, вот он приколен для ездения на велосипеде. А вот и Палумушка. А это у нас что? Это виски сало. А, это прям просто сало. Кайф. Не просто, а виски сало. Не просто, а виски сало. Давай. Та-дам! Найс. Вкусно! Вкусно! Итак, ребята. У нас теперь есть целовальник. На самом деле, вся проблема в том, что Николай Николаевич в Питере нас нарядил целовальником. Вот. Но мы еще не снимали в этот момент влог, и целовальник ушел у нас еще в поезде, пока мы ехали. Все две бутылки. Пока мы ехали от Петербурга до Ленобласти. Целовальник кончился. Поэтому сейчас ребята нам подарили бутылочку целовальника, и это прекрасно. И мы теперь бодры, веселые, и сегодня концерт пройдет у нас. Прекрасно. Это факт. Это факт. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, что после посещения Паломы Кантины в Казани стало теплее, во-первых. И стало мя. И просто, да, такой мя. Он просто... А здесь же национальный символ котик. И котик? Вот его, да. Ну, а тут же везде вот эти котики в тюбетейке. Короче, такая здесь котики в тюбетейке, и вот после Палома ты сразу такой котик в тюбетейке. Такой мя. Вот я не помню, мы в прошлый раз снимали здесь, по-моему, влог. Я не помню, он смонтирован или выходил, или нет, когда мы вот с Гоком залезали вот на ту вот колокольню, и он хряпнул по колоколу. Да. Когда ты был внутри колокола, и мы в него звонили. Сейчас мы к ней подойдем. Я туда голову засунул, и по нему долбанули. Ну, то есть он туда засунул, а я толпанул. Причем он звенел здесь на всю вот эту, на всю Казань. Это было очень. Я уже звенел. Там он-то точно, как бы, а колокол громкий оказался, пиздец. Не знаю, что на нас нашло. Мы здесь звонили несанкционированно, пробили полдень. Да. Посмотрите, друзья дорогие, посмотрите, какой памятник конструктивизму мы можем видеть вот с этой стороны. Это же просто красота. Вот, Нан, я тебе хотел сказать, что вот этот вот дом, это просто показатель. Посмотри, это здание, скорее всего, где-то 30-х годов.
И вот этот вот конструктивизм, он есть в Екатеринбурге. И когда я говорю, что Екатеринбург в плане архитектуры ведет себя как мразь, я именно это имею в виду. Посмотри, как может прекрасно выглядеть конструктивизм, когда он ухожен, и на него не налеплена никакая реклама беспорядочно. То есть у нее есть реклама, она симпатично смотрится. Он покрашен в человеческий цвет. На нем, блядь, никакого сайдинга, блядь, не прилеплено. Понимаешь, о чем я? Посмотри, как красиво. Хорошо, да. В Екатеринбурге поговорим. Как мне нравится Казань. Господи, как мне нравится Казань. Казань, я очень тебя люблю. Вот, дорогие друзья, мы дошли до этой колокольни, с которой Сережа звонил. Знаменитая. Но это знаменитая. Здесь, конечно, таблички еще нету. Нет, но она очень хороша. Знаменитая именно после этого звона. Очень высокая и очень громкая, поверьте мне. Ну вот, ребята уже говорят, что чекнули барики, значит, нам пора разворачиваться и рулить к клубу, да. Потому что сегодня нам надо сделать шоу. И целовальник нам в этом поможет. К слову сказать, это вторая родина моей супруги. Мне здесь все очень нравится. Ляля, привет. Мы идем к клубу, мы идем по набережке. Здесь еще и включились теплые фонари с теплым светом. Вообще стало приуютнейше. Очень хорошо. Тонн. Возьмите трубку. Алло. Мы пришли, а сам чек идет. Без нас прекрасно. Могли и не приходить. Вот, теперь есть. Как Санечек бы все нарулил и так. С ним поделаешь. Это специальный микрофон для вот такой хуйни. И положу ее. Пускай играет. Кой, гок. Кой, гок. Эй, чпок. Я не буду. Сегодня воздержусь. Я водиться с вами ебану. Я ебану с тобой воды. Вот, смотрите, ветер уже пошел. Татарстан? Наш Татарстан, наш народный, лучший в мире страна. Every night is a Saturday night. Every night is a Saturday night. Is a Saturday night for me. Это новый альбом, да, это нормально, я могу забыть припев. На самом деле, вот в такой вот версии песня должна была выйти на альбоме, но так как она заглавная, мы ее сокращали чуть-чуть. Вы ее сейчас слушаете в оригинале. Пусть ее распробуют, ее вкус, все ее полутона. Погнали следующий. Веселый готов? А они готовы? Что ты там тарелочку смотри, куда ты там попробовал? Thank you.
Концерт в Казани. Концерт в Казани? Слушай, это просто Казань, потому что это мечеть Кул-Шариф, это пешеходная улица. И Казань сейчас наш и мой любимый город. И сегодня был из всех пока городов региональных, которые мы проехали, сегодня был самый лютый слэм. И сегодня было самое мультикультурное мероприятие, как вы видите. По моей тюбикейке. А вам как концерт в Казани? Чуть не расстался с глазами. Мячики улетели в толпу, и девчонки по ним прыгали. Я между песнями говорю, подними очки. Я уронил, одна начинает светить, другая поднимает. Чьи очки? Да, это тоже вор. Я такой молча, отдай. Ну, кстати, очки оказались, будь здоров.